При основном, обычном пении резонатором служит грудная клетка. При пении фальцетом резонируют кости черепа. Я сейчас говорю грудным регистром, основным. Если приложить руку к груди, я почувствую очень сильную вибрацию здесь вот. А если я говорю вот так вот, то здесь ничего не вибрирует абсолютно. Считается, что у женского голоса грудного регистра нет вообще, только головной. Это не совсем так, но близко к истине. То есть, по сути дела, фальцета у женщин не бывает. Что же такое фальцет? Само это слово означает фальшивый. То есть, понятно, что ничего хорошего этим приемом не извлечь. При этом происходит очень большой расход дыхания, то есть, не спеть длинную фразу. Интонацию трудно сделать устойчивой. Звук довольно дурной получается. Но, однако, в некоторых случаях его можно применять. Если же фальцет поставить на опору дыхания и как бы смешать его с грудным регистром, то есть отчасти начнет резонировать и грудь тоже, то получится микст. При этом расход дыхания гораздо меньше. Можно петь длинные фразы, можно делать вибрацию, можно четче регулировать интонацию. Если на этом миксте открыть большой резонатор и сделать формирование звука на букве «У», то получится некое подобие женского голоса. Вот это вот и есть основная тренировка для микста. Просто пытаться петь женским голосом. На звуке близком к У. Открывать потом рот на другие гласные сложнее, но нужно тоже над этим поработать. Микст на звуке А звучит более открытым, более свободным, чем на У. То есть иногда бывает нужно в песне без слов просто что-то такое подвыть фальцетом. Проще это сделать на У, чем на А. Здесь больше напряжения получается, но надо постараться отработать и то, и другое. Чтобы отработать наш фальцет и наш микст, нужно просто попеть на нем все наши упражнения, которые мы раньше пели. Также еще можно добавить, что четкой границы между фальцетом и микстом не существует. Они плавно переходят один в другой, так же как профессиональный основной вокал плавно переходит в микст без переходной ноты.